герой Российской Федерации, военный летчик. Давайте встретим его бурными аплодисментами! В космосе можно вырастить кристалл практически правильной формы. Чего нельзя сделать на Земле из-за того, что гравитация этому мешает. Какие ощущения вы испытываете во время того, когда возвращаетесь на Землю? Насколько тяжело проходит адаптация к земной гравитации после какого-то длительного полета? И возникает ли у вас желание тут же вернуться обратно в невесомость? За полгода организм у тебя привык, адаптировался к условиям невесомости. Ты возвращаешься, и организму опять нужно адаптироваться, но уже к условиям гравитации. Кому-то 2-3 дня, кому-то неделю. Но я хочу сказать, что наш организм очень интересно устроен в том плане, что однажды побывав в этих условиях, то есть каждый последующий раз он адаптируется быстрее. Попросим, если не короче, надеть мантию профессора Фридиона.